15 и 16 августа на территории аэропорта Омск-Федоровка прошел фестиваль «Крылья Сибири-2015». В этом году Федерация сверхлегкой авиации решила отметить День воздушного флота России в новом формате. Во-первых, он прошел не на традиционной площадке аэродрома Калачева, а на взлетно-посадочной полосе Федоровки. Во-вторых, вместе с пилотами в фестивале впервые приняли участие дрэк-рейсеры. Профессиональные пилоты продемонстрировали гостям трюки, выполненные на самых разнообразных бортах легкой и сверхлегкой авиации. Впечатления отличные, понравилось вообще все. Самолеты, машины. Мы еще вчера здесь наблюдали, смотрели, как бы приехали сегодня. Самым ярким зрелищем в программе стали заезды самолетов и автомобилей. В первом на 402 метра автомобиль уступил своему сопернику, но не намного. Во втором в скорости соревновались «Аэропракт» и «Феррари» под управлением министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Александра Фабрициуса. И здесь авто опередило «Аэропракт». И противостояние автомобилей и самолетов закончилось со счетом 1-1. Со всеми соревновался и со соперниками сильными, зарубежными и разными, но с самолетом еще ни разу. Поэтому, ну, больше соревновался автомобиль, наверное, чем я. Я только пилотировал его. Поэтому, конечно, идея очень прекрасная. Я думаю, что народу она очень понравилась. После этого собравшихся ждала еще одна гонка – финальные заезды по дрэк-рейсингу, проводившиеся в четырех классах. Самым зрелищным оказался, конечно, самый мощный. В четвертом классе сошлись два омских пилота – Алексей Анопченко и Константин Крапивин. В обоих заездах Анопченко показал высокую скорость на финише, войдя в историю победителем первого фестиваля «Крылья Сибири». Организаторы обещают рассмотреть вариант сделать этот фестиваль в омском регионе ежегодным.